Чё? Где все вещи? Что, блядь, с диваном? Ладно, на самом деле, тюрь мне херовый, я переезжаю. Хочу пожелать вам прямо сейчас приятного аппетита и приятного просмотра. Вместе со мной проникнитесь этой атмосферой офигительного экспириенса и проживите с каждой вещью, которую я покажу в этом влоге, вместе со мной. Хоть пришел. Просто на ходу зашел. Проходной двор, ёпта, заходите. Заходите в мой дом, я в этом видео покажу вид из окна, который всегда скрывал. Я переехал. Приятного просмотра. Грядут большие перемены, мальчики и девочки. Снимаю все как есть. Прям все как есть. Начинается новая эра. Переезд. Что ж, в холодильнике. Вот эта верхняя полка здесь, по-моему, уже несколько лет стоит. О, нормально. Яички. И вы, наверное, всегда хотели посмотреть. Не что у меня в нижней полке, конечно, а вид из окна. Я жил в самом центре Новокузнецка. И все время, когда я тут снимал, никто никогда не мог представить, что я вижу из окна. Ну, в принципе, радостные оттенки, я думаю. Такие серые, серо-синие-зеленые. Это самый центр Новокузнецка. Кто из Сибири, с Новокузнецка поймет, что это за место. Вот так выглядел вид из окна всегда, который я старался скрыть. Ну, сверхразум и по подъездам понимали, что за район. Всякие конфетки, открытки. Бинбубл, который так и не записали. Валютики с Америки. Обычные магнитики друзьям дарю, привожу. Но эти, походу, друзья кончились и всем уже раздарил. Хотя здесь почему-то, кстати, не с Америки. А здесь Анапа, Нью-Йорк, Анапа, Новороссийск, Новороссийск. Знаете, что нашел? Посмотри. Оп. Вино? Ёпта, у тебя есть такое? Больше даже покажу. Я ж фанат Человека-паука. Куплен в Лос-Анджелесе. Эта сучка не разговаривает по-русски. Есть точно такая же для России, насколько я знаю. Пибой и Fallout, но они сейчас не в тему. И еще Человек-паук. Думали все? И тут Человек-паук. Думали все? Я же помешанный, сука, на этом дерьме. Человек-паук на пенсии просто. Ну и... Это шляпа в виде члена. Круто. Во всех этих вещах столько историй. Вот эта шапка была одета, когда я получал Теслу.
Брат, по-моему, в ней был. Горнолыжные костюмы. Мерч. Это мое самое любимое. То, что я сейчас занимаюсь. Кто вдруг не знал, мерч принадлежит мне. Коллекционное издание, которое никогда не было открыто. Никогда не было открыто коллекционное издание Watch Dogs. Двигается, на камере не видно. Люблю, когда все в коробочках. Это нам в Париже дарили. Watch Dogs 2. Все, первоначальный вид имеет. Всякая макулатура, которую можно вытащить. Здесь у нас просто офигенная такая статуэтка. Вот такая. Люблю эксклюзивность вещей, когда они в коробке. Причем оно лимитировано. У каждого есть свой номер. У этого номер 5492 из 11 тысяч. Реально эксклюзив. Во всем мире. Самый прикол, что я даже не знаю, с чего начать. Здесь так много всего нужно собирать. Я думаю, пожалуй, нужно начать с вещей. Собрать их, упаковать. Да, наверное, стоит начать с вещей, остальное как попрет. Куча мерча всякого разного с Америки. Люблю это дерьмо. Как видите, все в коробках. И самый прикол, что это все запечатано в пленку. У меня есть какое-то, я не знаю, впечатление, что все, что в коробках, оно как будто новенькое, знаете, такое. Ну, такое. Люблю в коробках. Смотрите прикол, сколько у меня кепок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15 кепок. Ну, шапка не в счет. 15, мать его, кепок. Кто помнит, откуда они все? Это же с открытия кейсов. Я покупал в каждой стране по новой кепке и записывал в них ролики. Куча, куча всяких разных просто. Бандит есть, смотрите. Ой, топ. Это что, BMW? Откуда у меня кепка BMW? Антихайп. ВКонтакте. О, вот в этой часто я снимался. И в этой тоже. Тесла, Микки Маус, Марвел. Crash Bandicoot, Pokemon, Nvidia GeForce. Знаете, испытываю такие чувства. Как-то страшно со всем этим расставаться. Я человек, который в детстве, когда мне было 5 лет, я плакал, когда родители выкидывали старый, никому не нужный диван. У меня это отложилось прямо в памяти. И мне так страшно расставаться со всем этим. Хотя я знаю, что дальше будет лучше. Дальше будет круче. Будет охеренно. Но я все-таки человек такой, который каждой вещи придает ценность. У меня еще целый угол всякого барахла. Ну, конечно, это моя мечта. Tesla Roadster. Все, кто поставит лайк, будет ждать такая под подушкой в 2022 году. Ну или 21. Я думаю, он опять перенесет Илон Маск. Я думаю, 21. Ладно, 20. Короче. Смотрите, еще какой эксклюзив у меня есть. Следом за ним еще покажу. Ля красота какая, ё-ма народ. Следом. Кнопка на 1 миллион. Никогда, кстати, не показывал. Только в Инстаграме полил. Кто еще не в курсе, можете по ссылочке в описании подписаться на мой Инстаграм. Сзади него черная огромная коробка. Это от этой кнопки. Здесь у меня стоит серебряная кнопка. На 100 тысяч подписчиков. Вот эта золотая на миллион дается. Сейчас сравню вам их, покажу. Вот так вот выглядит на 100 тысяч. Вот так на 1 миллион. Вы видите мою голую ногу и часть писюна. Ну, в принципе, это отражение меня в кнопке. Круто, да? А еще знаете, что есть? Смотрите. YouTube Gaming. За грозой всегда приходит ясное небо.
Знаете, что еще интересно? Для каждой кнопки у меня есть коробка. Для каждой вещи у меня есть коробка. Вот эта, в конце концов, коробка здесь простояла 3 года. А она... От нее я как будто знаю, что рано или поздно придется сменить место жительства. И вот, пожалуйста, у меня для всех больших вещей без рофлов. Даже монитор, видите, огромный. Показываю. Даже от него, блядь, у меня есть, знаете что? Сука, мать его, коробка. Она огромная, просто как мой член. Ладно. Перебирал вещи. Посмотрите, какую лялечку нашел. Знаете, что это? Это пресс издания Detroit Become Human. Кстати, кому нужно, дарю код от игры. Забирайте PlayStation 4. Вот такая голография. Куча всего интересного здесь. Решил в эту коробку уложить всякие коллекционки. Мне кажется, с Человеком-пауком, короче, есть там коллекционка. Жесть, я даже не помнил это. Ну, потихонечку собираю. Вот этот код забирайте. Дарю. Ну что, я игру прошел. Купил зачем-то, хотя мог скачать. Качайте вы. Дарю. Упаковка идет полным ходом, друзья. Я решил открыть коробку, которую прислала мне компания Sony 2 года, наверное, назад еще. И вы не поверите, что здесь лежит внутри. Мамочки мои. Я уже и совсем забыл. Это же эксклюзивная, мать ее. PlayStation. Посмотрите. 2 терабайта. PlayStation 4 Pro. Охренеть, малюточка моя. Limited Edition. Это, по-моему, когда было 500 миллионов консолей продано, начали выдавать эти консоли на 2 терабайта, чтобы вы понимали. Мне безумно интересно, что там внутри. Господи, боже мой. Охренеть, это PlayStation. Господи, еще и камера здесь, вы серьезно? Охренеть. Лимитированная консоль. Друзья, ну такое вы в интернете не увидите. Просто она прозрачная. Она вся в пленке. Я не знаю, как вам показать. Она вся в пленке. То есть ее можно сдирать, видите? Чтобы не запачкать. И на ней, насколько я помню, еще должен быть серийный номер. 11111 из 50 тысяч консолей. Ебать, я, оказывается, number one, а я об этом даже не знаю. Вы понимаете, мне PlayStation несколько лет назад прислала эту коробку, а я даже не знал, что у меня 11111 консоль. Мне кажется, на Амазоне, eBay и всяких таких штуках эта малютка будет стоить сотни. А может даже и миллионы рублей. Я знаю, что за эксклюзивность люди готовы платить там. Господи. Ну и чтоб вы понимали, такого добра у меня полно. О котором я даже не знаю. Полно всякого добра эксклюзивного, о котором я не знаю. Это такая моя валюта, знаете. Это такая внегласная валюта. Но для меня на самом деле важнее не деньги, а история. И ценность, которую я вношу в эти вещи, для меня это намного, намного ценнее. А еще я понял, куда я ее дену. Как только я дострою квартиру, эта штука будет стоять у меня на новой хате. В том самом пентхаусе двухэтажном. Вот эта сучка будет стоять там. Это просто пиздец эксклюзив. Это шанс 1 на 50 тысяч, что попадется... 1111 консоль. 11111, точнее. Это же реально шанс 1 на 50 тысяч. Оказывается, я удачник. Пиздец, как красиво. Ну, реально красиво. Я не могу. Это эстетический оргазм. Ох, пацаны. Вытаскиваю, все вытаскиваю. Уже шкаф. Ну, все, что я закрыл, там пустое. Здесь только одна штука висит. Здесь всякая фигня валяется. Но не об этом сейчас речь. Речь пойдет о том, что как я люблю своих подписчиков. Посмотрите, у меня есть специальный такой пакетик, где лежат, еще у мамы дома, кстати, есть, где лежат вещи, которые когда-либо вы мне дарили. То есть вот просто берем, вот так вот достаем и смотрим. Оп, смотрите, YouTube, свадьба,
А это мы, кстати, с Катюхой, по-моему, вообще рисовали. По-моему, да. Да, это, по-моему, на ролик что-то было. Уже даже подзабыл. Вот такие штуки есть. Во, смотрите, хоп. Кирилл, сердечки, там все. Так, вот здесь у нас что? Вот эти рисуночки тоже, варпач. Ну, короче, вы поняли, да, что здесь очень много всего. Выпал нож, ты лучший, хатыщ. Куча просто всего. Куча The Warpatch, просто. И вот этот пакет весь наполнен вашей любовью. Там вот здесь даже вот всякие фотографии, росписи, еще всякие штуки. Вот из GTA 5. Посмотрите, ну не красота ли, господи. Как же я вас обожаю, а? Просто семья. Вот это, знаете, я храню это как память. И для меня это реально как... Я даже не знаю, как описать. Как семейные фотографии. Вот я чувствую через вот эти рисунки, подарки, вашу любовь. Спасибо, что вы есть. Всех безумно обожаю. И храню то, что вы когда-либо подарили. И никогда не выкидываю. Никогда. Для меня это очень важно. А важно, кстати, знаете, по какой причине? Всего я добился самостоятельно. Поэтому, когда ты своими руками на протяжении многих-многих лет все это строишь сам, ты это безумно любишь и отдаешь всего себя. Так что, знаете, каждый ролик, который я выпускаю на канал, я вношу в него частичку любви для каждого из вас. Всех люблю. Вот какая-то любовь меня настигла. Хочу прям взять и засосать вас. Еще, кстати, интересный момент. Я нашел коды для всяких игр. Забирайте эти коды, ставьте на паузы. Кто первый смотрит ролики, забирает все эти коды. Пожалуйста, пользуйтесь. Стимовская, все неактивированное. McLaren Forza Horizon можете забирать. Ключ для PlayStation 4 Metropolis забирайте. Police Stories ключ для Стима тоже можете забирать. Fallout для Xbox, у кого есть Xbox, тоже забирайте. Вот он ключ, сейчас покажу. Оп, все, все ключи видно. Для своих не жалко. Забираем. Хорошо видно? Забираем. Со всеми инструкциями. Это Game Pass бесплатно на месяц. А это что-то от Na'Vi. Не знаю, что это такое. Подарки какие-то можно получать. Ребят, все для вас. Ну что, все подходит к финальному завершению. Вот так все это выглядит. Осталось упаковать монитор, жесткие диски. Если вдруг кто не знал, здесь вот у меня компьютер в такой коробке приходил. Здесь я все это обложил пенопластом, положил туда же коробку, ну, сам системный блок. Закрыл все это, чтобы не тряслось вещами. Коробки, здесь только самый эксклюзив у меня, всякие коллекционочки, айфончики и тому подобное, это тоже нужно будет сейчас все закрепить, закрыть, книжечки, тоже Человек-паук везде, Стас Давыдов с видеопипа, он решил не выкидывать, книжка с Илоном Маском, кондер тоже упакуем, вот это все дело, хочу показать вам вид с балкона, который никогда не показывал. Вот такой балкон у меня был. Вот такой. Вот, посмотрите, вот такой вид из окна я видел постоянно. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я сюда и не собираюсь переезжать. Самый центр салюта обычно вот здесь прям проходили. Можно было бы выйти на балкон и смотреть спокойно салюты. И здесь самая такая смотровая площадка. Ретро-парк, отель Park Inn. Вот, здесь я жил, друзья. Все, теперь вы знаете. И с минуты на минуту уже приедут все это забирать. А мы прощаемся с этим домом. Стул в лифте у меня еще не катался. Ну все, загрузились. Все, поехали мои вещи, поехали, врум-врум, мадафака, уехали.